Каково отношение масс спирта и бензина в смеси, удельная теплота сгорания которой 40 мегаджоуль на килограмм? Для начала запишем данные. Удельная теплота сгорания смеси равняется 40 на 10 в шестой джоуль на килограмм. Удельная теплота сгорания спирта 26 на 10 в шестой джоуль на килограмм. Удельная теплота сгорания бензина 46 на 10 в шестой джоуль на килограмм. Найти отношение массы спирта к массе бензина. Количество тепла, которое выделяется при горении, Q, равняется удельная теплота горения на массу вещества. Эту формулу нужно знать. Тогда количество тепла Q в смеси будет равняться удельная теплота горения смеси на массу смеси. Масса смеси – это сумма массы бензина плюс масса спирта. Количество тепла, которое выделяется при горении бензина, равняется Q бензина на массу бензина. Количество тепла, которое выделяется при горении спирта, это Q спирта на массу спирта. Количество тепла смеси будет равняться количеству тепла, которое выделяется при горении бензина, плюс количество тепла, которое выделяется при горении спирта. Подставим сюда Q смеси, Q бензина и Q спирта. Получается, Q смеси, умноженное на массу бензина плюс массу спирта, равняется Q бензина, умноженное на массу бензина, плюс Q спирта на массу спирта. Преобразуем. Раскроем скобки слева. Получается Q смеси на массу бензина плюс Q смеси на массу спирта равняется Q бензина, масса бензина плюс Q смеси, масса смеси. Перенесем слагаемое с массой спирта влево, а с массой бензина вправо. Получается Q смеси на массу спирта минус Q спирта на массу спирта равняется Q бензина, масса бензина, минус Q смеси, масса бензина. Вынесем общий множитель. Слева масса спирта. В скобках Q смеси минус Q спирта равняется. Справа вынесем общий множитель массы бензина. Масса бензина умножить на скобку Q бензина минус Q смеси. Найдем отношение масса спирта к массе бензина. Масса спирта на массу бензина будет равняться Q бензина минус Q смеси, деленное на Q смеси минус Q спирта. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Получается 3 седьмых. Запишем ответ. Масса спирта на массу бензина равняется 3 седьмых. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.